Участок улицы Варварской от площади Минина до улицы Октябрьской с 15 по 31 августа будет перекрыт для общественного транспорта. На это время маршруты автобусов, троллейбусов и трамвая номер 2 будут изменены. Администрация Нижнего Новгорода планирует до 15 октября отремонтировать подземный переход на площади Лядова. Стоимость работ оценили почти в 6 миллионов рублей. Подрядчика определят в начале сентября. Скоростной поезд «Стриж» 20 августа вернется на маршрут Нижний Новгород-Москва и будет ходить по расписанию. Он заменит поезда «Ласточка», которые были временно введены на этом направлении из-за аварии «Стрижа» в июне.